Ярославское кино стало лучшим на международном конкурсе в Сербии. В Белграде подведены итоги фестиваля фильмов на экологическую тему. Первое место в непростой борьбе досталось воспитанникам ярославской студии «Детектив» с короткометражкой «Эволюция свинства». Свой приз наши земляки взяли в номинации «Режиссеры-любители» в возрасте до 18 лет. Этот фильм рассказывает историю одного человека, так сказать, от самого детства до уже зрелого возраста. Сначала, то есть он маленьким мальчиком бросал бумажки на землю, потом в школе стал выбрасывать мусор, там, не знаю, на природу. И когда вырос, стал министром экологии и стал отправлять ядерные отходы на Северные острова. Авторы и создатели фильма – ученики 7 класса. Идея короткометражки появилась неспроста. 2013 год объявлен годом экологии в нашей стране. Чтобы победить на фестивале, фильму пришлось выдержать конкуренцию участников из 23 стран. Сами режиссеры говорят, что их работа больше строилась на импровизации. Ну вообще, мы не продумывали, как мы будем снимать. То есть, как бы мы намечали как очертания только. А решали уже по месту действия. То есть, вот, ну, там был сильный ветер, у нас все время удувало фантик. Мы в него там камешек какой-нибудь положили, чтобы его все равно удувало. То есть, как бы мы придумывали, импровизировали на месте. По признанию ребят, самым сложным было сделать анимационную концовку. В итоге месяц работы и победа на сербском фестивале. Однако на этом молодые киношники останавливаться не собираются. Как оказалось, победа на международном конкурсе в Сербии далеко не единственная. Достаточно посмотреть на вот эту импровизированную доску почета, на которой вывешено огромное количество наград и дипломов. Вполне возможно, что уже в это воскресенье к этому списку добавится еще одна победа на очередном большом кинофестивале. Захар Акупов, Елена Масалова. День в событиях.